Когда долго живешь на одном месте, привыкаешь ко всему, что тебя окружает. Поэтому отзывы в превосходных тонах о благоустройстве нашего города, которые можно услышать от его гостей, заставляют посмотреть на него свежим взглядом. И посмотрев, увидеть красоту наших улиц и особенно городских парков. В Славянске на Кубани немало красивых мест. Живописные дома, окруженные кустарниками и деревьями, цветники, которые радуют глаз, все это есть. Но самое большое внимание привлекают городские парки, развитие которых в последние годы идет по нарастающей. Если вам хочется подышать свежим воздухом, пообщаться с друзьями, развлечься, то вы идете в один из парков города, где созданы все условия для полноценного отдыха. Парк с символичным названием «Аллея любви», расположенный в центре города, был призван стать местом, символизирующим семейные ценности, основанные на любви и взаимном уважении. И далеко не случайно именно здесь, после регистрации брака в обновленном ЗАГСе, проводят первые минуты совместной жизни счастливые молодожены. Создали новую ячейку общества, гуляем вот в парке. Очень красиво, как бы приятно, что в нашем городе есть такое, что есть где прогуляться, как бы тихо, спокойно, хорошо. Я очень рад, что, во-первых, это все летом произошло, вот, что семья у нас именно в эту дату выпадает, создание семьи. Ну и, соответственно, то, что в Славянске есть такая красота, где можно первые минуты своей взрослой, серьезной жизни проводить вот в такой приятной обстановке. Нравится этот парк и молодым парочкам, которые только задумываются о будущей семейной жизни. Очень много мам с детьми и детвора постарше вместе со своими друзьями охотно проводят здесь время. Здесь можно встретиться с друзьями, с одноклассниками. Здесь очень много детей, можно хорошо погулять, познакомиться. Также тут есть белки, на них можно посмотреть, они очень веселые. Красиво тут? Да, очень красиво. Я тут часто бываю, мне тут очень нравится, тут очень много деревьев, есть качели и несколько горок. Тут очень красиво и уютно, есть фонтан и много скамеек. Вольер с белками и прекрасная детская площадка – все это притягивает сюда славянцев. Полюбился им и парк-отель «Уют». Еще одно место притяжения для всех – живописное озеро, по которому плавают утки, удобные скамейки, качели, фонтаны. Здесь есть все для хорошего отдыха. Здесь очень красиво, уютно, приятная атмосфера, приятно находиться, с детьми гулять хорошо. Мы часто здесь бываем с детьми, нам нравится очень. Действительно, удивительное место, которое все время развивается. Здесь появляется что-то новое, что еще больше увеличивает притягательность парка. Нельзя не рассказать и о парке прибрежного сельского поселения, который после реконструкции пережил свое второе рождение. Современные дорожки, скамейки, фонтан, оригинальные фонари, тренажерная зона – все здесь сделано добротно и красиво. Физкультурники и спортсмены, да и просто отдыхающие от рабочих будней люди приходят сюда целыми семьями. И гости Кубани по достоинству оценили это место. Очень удивлена тем, что было и что сейчас стало. Дети очень довольны. Мы приезжаем с внуком. Внук доволен тем, что здесь есть очень большое поле. Здесь есть, кроме поля, еще и развлекательные для малышей помладше. Я восхищена, и мне очень нравится. В парке отдыхают до позднего вечера. Вечерняя прохлада и уютно светящиеся фонари не отпускают отдыхающих. Так им здесь хорошо. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».